На полях Астанинского экономического форума глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с соучредителем компании Apple Стивом Возником. В ходе беседы президент Казахстана поблагодарил американского изобретателя и программиста за участие в форуме и за содержательное актуальное выступление. Стороны поговорили о глобальных вызовах современной экономики, в числе которых цифровизация и криптовалюта. Нурсултан Назарбаев указал, что причина возникновения неконтролируемых эмиссионными центрами криптовалют – это доминирование в мире одной валюты. При этом глава государства подчеркнул, что Казахстан при расчетах наряду с национальной используют и другие валюты. В свою очередь, Возник поблагодарил президента Казахстана за возможность принять участие в таком высоком мероприятии и поделился своим мнением относительно глобальных вызовов. Прежде всего, я еще раз хочу вас поблагодарить, что вы нашли возможность приехать на наш Астанинский форум. Сегодня все говорят о технологической революции. Вы сегодня очень интересно выступали. Это развитие меняет в жизни все. Технологии, информация, about IT, искусственный интеллект. And about AI. Все, and that changes everything. Все образ жизни, которым мы жили, он меняется. Криптовалюты идут. Господин президент, еще во времена Советского Союза я высказывал идею об едином пространстве. На примере Соединенных Штатов. У нас 50 штатов, но мы никогда не акцентируем внимание на том, что тот или иной продукт произведен в штате Джорджия или в штате Вашингтон и так далее. Если бы страны последовали такому примеру, когда есть единое пространство, это было бы очень хорошо. Очень правильно заметили. Но страны мира разные. Разный уровень развития. Системы управления, демократия разная. То есть дело вот для таких вещей, как криптовалют, надо, чтобы примерно государства равно понимали проблему.